Так, ладно, продолжаем наш VR experience и посмотрим, что у нас тут дальше. Так. Мику, окей. Мы попробуем. Дальше Summer Lesson на потом оставим. Давайте что-нибудь более обычное, не японское. Ну, например. Как-то не зона, блин. Вот эта хрень меня бесит. Ага, вот оно что. Сейчас, секунду, настрою нормально камеру. Воу. Этот режим можно еще настраивать. Так. Ого, неудивительно. Стоп, а почему она так близко? Она не должна быть так близко. Попробуем колду. Воу, нифига себе. Жаль, что, блин, руки сразу рушат все погружение. Такое чувство, что какой-то мужик сзади меня сидит и нажимает все эти рычаги, серьезно. Датчики. О. Офигеть. Воу. Ну, неплохо. Впереди. Окей, иду. Ух. Actual, this is Scar 1-2. Confirming moderate damage to the aft sensor array. Main antenna seems to be off alignment. Roger 1-2. We'll get a maintenance crew on that. Can you take care of any remaining debris before it causes more damage?
Copy that, Actual. One vehicle should take care of the large pieces. Hold down the left trigger to enable the targeting reticle. You can mark targets using your head movement. Release the trigger to fire. You can paint up to three targets at once. Actual. Reading an energy fluctuation up ahead. It could be related to the damaged sensor array. Can you give us a visual? Marking the location on your HUD. Roger, Actual. We're inbound. Actual, we're approaching the location. Looks like it might be the sensor array acting Wait. Holy shit, what is that? Actual, we're under attack. I've got visual on an SDF supercarrier. They've got skelters inbound. Get all alert fighters up here now. Copy 1-2. Squadron is inbound near position. Stand by. We need to draw fire away from our ship. Engage those skelters. Понимаешь, какой прицел нужен? А, вот оно. Знаете, это лучший колда, что я играл за последние миллион лет. Реально. Это было... Блин, ну... Неплохо.
Это очень неплохо. Единственное, что рушит погружение, это то, что как бы ты... Не твои руки-то, те, что там находятся. Спотел уже. Да, блин, само собой. Реально, это лучший Call of Duty, что я играл за со времен Modern Warfare. Наверное, первого, который был офигенен в свое время. Фу, да. Это было неплохо. Короче, пока что по первому часу VR, ну, неплохо. Очень реально новое ощущение от игр, которые я хотел. Не, вот Идол я не взял, ну нафиг. Мику мне хватит, они не очень. Хотя потом, может, возьму. Так. Пойдем дальше.